мы столпились у двери со скромной надписью «1985 год». Время открывает, а жизнь говорит «Войдите». Входим сразу и стоим друг от друга на расстоянии возраста. Жизнь идет на нас, готовая повелевать и подчиняться. Так пусть же и пусть. Пусть время летит и тянется жизнь. Пусть солнце озаряет прекрасную страну, и новый день несет бодрость. Пусть жизнь, с таким трудом отвоеванная нами, будет счастливой и мирной. Мы мужаем, но не дряхлеем. Мы взрослеем, но не стареем, потому что храним детскую способность удивляться. Хороших вам мыслей, инженеры и писатели, прекрасных вам аргументов теоретики и прекрасных вам фактов практики, чутких вам пальцев хирурги и наладчики, крепких вам ног танцоры и токари, тонкого чувства меры вам кулинары и юмористы, вкусного нам стола, повара и животноводы, легкой нам одежды, модельеры и хлопкоробы, крепкого нам здоровья, доктора и виноделы, терпенье, терпенье и терпенье нам, мужья и жены, а всем нам удовольствие от работы, наслаждение от личной жизни и немного юмора, чтобы вспомнить о себе. Thank you.
друзья, я на себя взял смелость привесть приятелей. Рекомендую вам, Онегин мой сосед. Я очень счастлив. Когда вы жизнь с домашним кругом ограничить захотел, и, будучи отцом супругом, на этот бал бы не успел.
ночью, как сегодня, этот праздник нам нагонит, все с надеждою большой. Умиленьем сердечным люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечно, веря, что на пьедестал. У 75-й год с миром каждый дом войдет. У 75-й год, наш Новый год, с миром каждый дом войдет, а то войдет. Мирное небо над нами. Желаем здоровья, желаем удачи, пусть сбудутся ваши мечты. Всем радостно трудиться, желаем больше смеха, а жизнь как горится, продлится. Светлая лага, покоя, в сердцах пусть кипит дух.
моя, ох, не ты ли меня высушила, без мороза сердце внизу набила, причесала мне кудерушки, ах, как буйной, как головушки, причесавши звала в гости побывать, побывавши звала вместе погулять, эх, гуляй, гуляю долго, лава! Вода заливала все болота и луга, оставался один маленький лужок. Заскакал, вспомни, великий дружок! Каким он будет Новый год? Нам хотелось бы, чтобы он был прекрасным и счастливым для каждой семьи. Пусть вас радуют ваши дети, ваши внуки, а мы все вместе порадуем Родину большим хлебом. Пожалуй, ни один праздник не дарит нам столько радости, улыбок, веселья, как Новый год. А ведь хорошее настроение – это успехи в году уходящем. Это же, конечно же, надежда на хорошую работу в году наступившем. Ушедший год для бауманцев был особенно радостным. Мы открыли на год раньше сквозное движение поездов по всему участку Бамы. Новый год, я думаю, будет также удачным. Я вспоминаю из детства такой яркий плакат, на котором написано всего три слова. Мир, труд, хлеб. Мне кажется, вот в этом ленинском плакате есть весь смысл нашей жизни. И поэтому я желаю всем, от солдата до маршала, от колхозника и рабочего до министра, от лаборанта до академика, всем вам успехов в этих делах, именно в борьбе за труд, в борьбе за мир, в борьбе за хлеб. Счастья вам и доброго здоровья! Разрешите мне от имени писателей Москвы
от имени Советского комитета ветеранов войны поздравить вас с новым 1985 годом. Это будет год, когда мы с особой признательностью и с любовью будем вспоминать своих родных и близких, отдавших свои жизни за счастье и свободу нашей Родины. И не будем стыдиться слез, которые закипят при этом у нас на глазах. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полить, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в мех журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса?
кусочек твой в плен, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И ты со мной нет сегодня, любимой, родной. Знаю, с любовью ты изговоры прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня облик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков мы сохраняем с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, желанных и любимых, таких строчит пулеметчик за синий платочек, что было на плечах дорогих. Спешат издалека, их любуясь отражением, стало зеркалом река. Их несет попутный ветер, степь зовет живой травой. Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Позади скоро и костер встретят и подарят им покой. Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Словно сердце, словно жизнь всего одна. Снова в
свете, это счастье путь домой. Хорошо, что есть на свете, это счастье путь домой. Путь домой, путь домой, путь домой. Праздник снегопада дарит звезды с неба, праздник снегопада, вечер голубой. Праздник снегопада и по белу снегу музыку волшебники пишут нам с тобой. Давай с тобой эту песню на свой язык переведем. Давай все время будем вместе и в снегопад, и под дождем. Праздник снегопада дарит звезды с неба, праздник снегопада. Вечер голубой, праздник снегопада, и по белу снегу музыку волшебники пишут нам с тобой. Давай хорошие поверим, любовь на помощь позови. Пусть будет старый след потерян туда, где не было любви. Праздник снегопада дарит звезды с неба, праздник снегопада. Пишут нам с тобой.
Следующий. Сергей Еремеев, Марина Голубцова. Правильно, правильно. Так, жених, встаньте слева, невеста справа. Справа, я сказал. Справа, справа, справа. Вот так вот, так. Гости там сзади. Подравнялись все. Все подравнялись. Все с улыбками. С улыбками все. С улыбками, я сказал. С улыбкой. Что, вы не рады, что ли, ей-богу? Вот так вот. Внимательно все меня слушаем. Мамаша, потом поговорите. Я здесь, между прочим, целый день уже. 4 часа мне еще нести радость, таким, как вы. Внимательно слушай меня все. Сейчас пойдет Мендельсон, и жених с невестой начинает... Куда пошел, товарищ? Я сказал, сейчас пойдет Мендельсон. Вы что, Мендельсон, что ли? Да. В записи пойдете! Встал на место быстро! Сейчас пойдет Мендельсон в записи. Перед вами расходится дверь в новую жизнь. Что я говорю? И жених с невестой начинает подниматься по лестнице. Начнете при втором аккорде. При втором. Поняли? Да, да, да. Начнете при первом, упретесь в тех, кто перед вами. При третьем вас упрутся задние. Далее. Папаша. Папаша. Скромней надо быть. Не один здесь. Вот так вот. Далее, повторяю я, распахивается дверь. И жених... Да не сама распахивается, папаша, а я ее распахну. И жених с невестой входят в зал, где и будет произведена запись акта гражданского состояния. Не надо делать такого лица, невеста. Вас сюда никто не гнал, сама пришла. Кстати, отдайте ей букет в правую руку. В правую, я сказал! В правую! Мотаешься здесь целый день, как собака. Никто спасибо не скажет, конечно. Спасибо. Я здесь для чего? Для того, чтобы сделать для вас этот день незабываемым. И таким я для вас его и сделаю. Спасибо. Перед вами откроется дверь в новую жизнь. Осторожнее, там ковер. Слушай меня внимательно. По моей команде сейчас с правой ноги все. Времени нет. Считаю 4. Полное внимание, полная тишина. 3. По второму аккорду. Все помним? Не будет недоразумений? Так, все. Вы полное внимание, полная тишина. 2. 1. Половина. Что за смех в зале? Пошли. Да.
Дорогие друзья, дорогие гости, сегодня у вас незабываемый, волнующий, радостный день. Вы вошли в наш дворец обыкновенными людьми, а выйдете отсюда мужем и женой. Позвольте спросить вас, является ли ваше решение вступить в брак продуманным и добровольным? Прошу ответить вас, Михаил Анатольевич. Извините, это не та бумага. Итак, согласны ли вы вступить в брак, Прасковья Федоровна? Извините, у нас столько врачующихся. Итак, ваш брак регистрируется. Попрошу вас подойти и поставить свои подписи. Свидетели улыбаются, родственники и гости с улыбками смотрят на молодоженов. С улыбками. Фотограф вас будет снимать для альбома. Так, теперь подписывают свидетели. Поразборчивее, пожалуйста, а то потом вас не найдешь. Знак верности и любви попрошу молодых обменяться кольцами. Невеста, давайте, надевайте ему кольцо. Фотограф снимает. Так. Не успел. Невеста, снимите и наденьте еще раз. Фотограф не успел. Так, в соответствии с законом, объявляю вас мужем и женой. Конечно, каждый раз это происходит по-разному. Дело не в том, даже свадьба ли это, или юбилей, или просто дискотека. Так или иначе, каждый раз это попытка, желание устроить праздник. А настоящий праздник, он, к сожалению, очень редко, когда получается. Хотя каждому из нас очень хочется этого праздника. Очень хочется и просто необходимо, чтобы хотя бы иногда мы все были бы вместе, и нам было бы хорошо друг с другом. Знаете что? А если хочется, если очень хочется, а театр — это такое место, где все зависит от нас, то в конце концов пусть так и будет. Пусть так и будет! Река, а, музыка грохочет с потолка. Эй, вы там, наверху, от вас опять спасения нет. Не могу больше слушать я этот ваш кардебалет. Эй, вы там, наверху, не топочите, как слоны. От себя отдохните, ну дайте, дайте тишины. Делу время, делу время. Можно петь и танцевать, а? Завтра пол седьмого мне вставать. Эй, вы там, наверху, последний раз я вас прошу, позвоните.
вам скажу. Эй, вы там, наверху, испила чашу я до дна, есть предел моим мукам. Все знают, где я страшна. Чем я хуже вас? Дело время, дело время. Да-да-да-да-да-да-да. Дело время, дело время. Потехи час.
А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня, не узнать меня. Странная какая-то у вас настроечная таблица, кругами. Это у них не таблица, это у них все паутиной заросло. У них на каждой кастрюле такая таблица. И на печке даже, поскольку они не разговаривали. А мы уже помирились. Помирились, когда дядя Федор снег вытаскивали. Потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Матроскин! Рад, что у вас все хорошо кончилось. Приятного вам Нового года. А вы разве не с нами будете его встречать? Не уговаривайте. Сейчас в наше время главное украшение стола. Что? Цветы. Кусти. Телевизор. А он у вас паутину показывает. Я к себе пойду. Не уходите. Телевизор мы обязательно починим. Ведь сегодня нашу маму в голубом огоньке будут показывать. Конечно, починим. А во дворе есть прекрасная елка, живая и настоящая. Давайте ее нарядим. Ура! Давайте! Только у нас игрушек нету, у нас наряжать нечем. Как так нечем? А у нас на чердаке много вещей старинных есть. Давайте ими елку наряжать. Попрошу внимания. Делайте, пожалуйста, умные лица. Я на вас фотоохоту начинаю. Какие у вас в Москве новости? Решили с папой второго ребенка доставать. Ну, раньше шубу, мотоциклы доставали, а теперь детей доставать начали. Ой, какая радость! В телевизоре вашей маме один дядя с большими усами цветы подарил. Я бы этому дяде с большими ушами уши-то подкрутил. Я вам сейчас этого дядю покажу. Вот он, этот коварный тип гражданской наружности. О, это вовсе не тип, это руководитель маминой самодеятельности. Ой, сейчас наша мама петь будет. Только это напрасно все. У вашего телевизора звук не работает. Ой, как жалко, что мы маму не слышим. Она к этому выступлению полгода готовилась. Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла? Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах. А концерт на пленку записан. Ура! Забудь, любовь мою, забудь, не вспоминай о ней, не надо. Мы шли с тобой когда-то рядом, но ты с пути решил свернуть. Любовь мою забудь, она растая, как дымка. Холодный ветер невидимка, снегами наш заносит путь. Забудь меня, забудь меня, как эту песню. С тобой идти по жизни вместе нам не придется никогда. Никогда меня ты рядом не увидишь, не приласкаешь, не обидишь. Запомни это навсегда.
забудь, не вспоминая ни отныне. Ты в этом только сам повинен, и все поймешь когда-нибудь. Забудь, любовь мою забудь, если встретишь ты другую. Ей не дари любовь такую, какую мне пришлось вернуть. Забудь меня, забудь меня, как эту песню. С тобой идти по жизни вместе нам не придется никогда. Никогда. Сгорая и не любя, я не хочу свечи тушить, свечи вокруг тебя. За такой же торт с огнем, свечи в нем зажигали мы вдвоем. Правоту прощальных слов я не верю. Не ушла моя любовь, ждет за дверью. Праздничный торт, запах свечей, разноцветная жизнь моя, облако дней, отблеск ночей, пламени ярком вижу я. Праздничный торт, жизнь не прожить, не сгорая и не любя. Я не хочу свечи тушить, свечи вокруг себя. Прощальных слов я не верю. Не ушла моя любовь, ждет
за дверью. Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с новым 1985 годом. Пусть этот год принесет счастье в ваши семьи. Пусть каждому из вас этот год подарит радость любимого труда. Пусть крепче и богаче станет наша с вами Родина. Дорогие товарищи, поздравляю вас с Новым годом. Желаю мирного неба, мирных снов детям, счастья, здоровья, успехов в труде. Всего вам самого доброго. Я желаю вам в этом году счастья. Много радости. Счастья вашим близким. Уважаемые товарищи, дорогие боевые друзья, сердечно поздравляю всех тех, кто сейчас несет нелегкую трудовую вахту, всех, кто сейчас находится на боевом посту, всех, кто сейчас находится за праздничным новогодним столом. Хочу пожелать всем спортсменам улучшения спортивных результатов, всем не спортсменам обязательно заняться спортом и обязательно следить за своим здоровьем. Желаю всем крепкого здоровья, счастья. Дорогие товарищи, я хочу пожелать вам хорошего Нового года, чтобы у нас был мир, чтобы наши дети хорошо росли бы и учились в этом году. Я хочу, чтобы у вас, у всех родилось бы, по крайней мере, столько же детей, сколько у меня, тем более внуков и правнуков. Вот мое пожелание. В юности, кажется, жизнь бесконечной будет всегда. Можно мгновения тратить беспечно одни года. Заметно полжизни проходит, не возвратить. И невозможно ушедшие годы снова прожить. Не выбрать дорогу и тех, кого любим, сердцем согреть. Нужно спешить, нужно жизни навстречу сердце открыть. Жизнь так прекрасна и так быстротечна, нужно спешить. Дни никогда не забудь.
пускай ты ушла, я люблю тебя. Зато посмотри, как чудесно вокруг. Весь мир, который принадлежал нам двоим, теперь открыт только для меня. Ermak te verekor
как ты хороша, весенняя вишня. Послушай, вишня, ты тоже надела белое платье. Должно быть, и ты ждешь своего возлюбленного. Ты мне как сестра, вишня. Поешь, музыкант мой, пропала, видно, подруга. И зверя тоже есть сердце, есть сердце, есть сердце самой земли. Трубили трубы заката, и все живое в округе поет безмолвную песню наивной и вечной земной. Человек уехал, 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 дуэт замолк. И подражая саксофону, как эхо, рыдает волк. И с той поры леса танцуют, танцуют, танцуют под звуки цель. Как с той поры одна тоскую, тоскую, тоскую я по тебе. О чем поешь, музыкант мой? Пропала, видно, подруга. У зверя тоже есть сердце, есть сердце, есть сердце самой земли. Трубили трубы заката, и все живое в округе поет безмолвную песню наивной и вечной земной. О чем поешь, музыкант мой? Пропала, видно, подруга. У зверя тоже.
тоже есть сердце, есть сердце, есть сердце самой земли. Трубили трубы заката, и все живое в округе поет безмолвную песню наивной и вечной земной любви. Я помню наш сад, помню, как мы гуляли по нему ночной порой, и как звезды нам пели песни, грустные и веселые. А ты помнишь эти песни? Recin prin codrum părătesc, mi-am amintit de tine, și nu vroiam să-mi amintesc, nici n-aș voi ști bine. O, nici pădurea verde nu, nici ea nu-mi este dragă, căci ai trecut prin ea și tu, de aceea nu mi-e dragă. De ce, de ce, de ce mai sună când, de ce, de ce, de ce, de ce mai sunt duminice, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce răsare busuior, de ce, de ce, când nu ne mai iubim deloc. De ce, de ce, de ce mai sună când, de ce, de ce, de ce, de ce mai sunt duminice, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce răsare busuior, de ce, de ce, când nu ne mai iubim deloc, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce răsare busuior, de ce, de ce, când nu ne mai iubim deloc. Гюллер означает цветок. Тебя назвали Гюллер, потому что твои волосы как шелк, а руки как птицы. Мне не найти тебя в саду, где много птиц и цветов. Я ищу тебя, откликнись, Гюллер. Güllü güllü güllare, ipekli güllare, güllü güllü güllare, ipekli güllare, çiçek kızlar içinde, şirin dilli güllare, çiçek kızlar içinde, şirin dilli güllare. Nəğməylə səslər çəmənlərin gülünü güllər nə yaxşı bilir çiçəklərin dilini güllər nə yaxşı bilir çiçəklərin dilini güllü güllü gülləri ipək telli güllər güllü güllü gülləri, ipək telli gülləri, çiçək kızlar içində, şirin dilli gülləri, çiçək kızlar içində, şirin dilli gülləri, çiçək kızlar içində, şirin dilli gülləri. Çiçek kızlar içinde şirin dilli güller.
Сеньорина! Сеньорина! Если ты сумасшедший, клиника рядом. Я не сумасшедший. Я новый учитель. Черт побери. Они опять прислали мальчишку, когда мне нужен укротитель. О, мама мия! О, Дио! Аюта квесто поверино! Ти фарано опеци! Элоре! Лей ричеверам, для класса конкуа... Ладно, пойдете в третий класс на урок грамматики. А я в десятом проведу урок географии. Тутто! Соне и вери демони армати коне капо гвери. Камичерато. Ricorda bene, Vereschi, da questa parte. Mi sembra che fanno alzare le barricate. По-моему, они строят баррикады. Già, amico mio, alla fine tutti noi siamo mortali. Мужайтесь. Purtroppo deve dare degli anziani. В конце концов, все мы смертны. Dio vi aiuti. Buongiorno, bambini. Здравствуйте, дети. Sono il vostro nuovo maestro. Я ваш новый учитель. Guareschi? Guareschi? Potresti colpire giusto questa furbacchiona? Ты бы мог попасть в эту бестию. E come fare uno starnuto? Расплюнуть. Guareschi. Dammi la frombola. Дай сюда рогатку. La frombola di Guareschi. Рогатка Guareschi. Rimane a me. Останется у меня. E vi prego tutti quanti di consegnare. И прошу всех сдать оружие. Guareschi alla lavagna. Guareschi к доске. Coniuga il verbo. Спрягай глагол стрелять. Я стреляю. Ты стреляешь. Он стреляет. Они, Guareschi. К черту. Я ухожу. Будь проклята эта школа. Он жив?
однако. Хорошо влюбиться ранней весной, можно полюбить и летом, но гораздо лучше в зимний день под сосной, проще всех, а в сердце зной. Ах, какое счастье полюбить в первый раз и не говорить об этом, и забыть любую из заученных фраз, чтоб сказать их с блеском глаз. О любви не говори, о ней все сказано, сердце верной любви молчать обязано. Без причины не гори, умей владеть собой. О любви не говори, а молчать не в силах ой. Если вдруг высохнет пожар в траве, ты его утешь советом. Девушку, виновную в несчастной любви, ты к ответу призови. Если ж в эту девушку и сам ты влюблен, ты не говори об этом.
мало ли на свете есть желанных имен, друг один, а их миллион, о-о-о. О любви не говори, о ней все сказано, сердце верное любви молчать обязано. Без причины не гори, не гори, умей владеть собой. О любви не говори, а молчать не в силах пой. О любви не говори, о ней все сказано, сердце верное любви молчать обязано. Без причины не гори, не гори, умей владеть собой. О любви не говори, а молчать не в силах бой. Я люблю Новый год панической любовью. Годы летят, а ты стоишь. Старость, она как электричка. Вон она там, о, и она уже здесь. Ту-ту! Ах, проносятся вагоны, гремя на стыках. 82-й, 83-й, 84-й. Суетилась, бегала и радикулит. Раз, вам 50. Получите и распишитесь. Как? Что? За что? А не за что. За время. Живите, но не забывайте. Я люблю Новый год, потому что зима, снег. В новые районы прокладывают новые пути. Тропинки не там, где асфальт. Люди ходят там, где удобно. Падает снег. Кто слышал, как падает снег? Кто видел, как время летит? В новом году чуть повежливее друг другу, ведь она очень цепная, эта реакция. Перечитываешь свой день заново и думаешь, отчего же он так испорчен, а просто кто-то сзади зубами скрипнул. И, пожалуйста, пусть обслуживание одним другого будет менее опасно для жизни. Я, конечно, хочу видеть в новом году счастливые лица, полные магазины по ту сторону продавца, полные залы по эту сторону от артиста. Ведь от каждого по чуть-чуть, и всем много достанется. Время летит быстро, если делаешь что-то интересное. Время летит – это выражение счастливых людей. Оно летит от книги к книге, от операции к операции, от работы к работе. Если уж оглянешься назад, то увидишь сзади не глыбу лет, а гору дел нормальных, приличных, о которых не стыдно рассказать каким-нибудь внукам когда-нибудь летом в каком-нибудь саду. Thank you.
Я поздравляю с Новым годом пожилых людей. Здоровья им, светлой головы и памяти. Они наши указатели и путеводители. Ну нет теперь бабушек и дедушек. Только родители и дети. Наши родители уже давно стали папами и мамами нашим детям. И вот после работы, после учебы врываются дети и дети детей и дружно ревут в один голос: «Мама, обедать!» Пожелаем больше юмора нашим мамам. Ведь порой с возрастом не так важна истина, как собственная проницательность. Нет, дай бог, если не совпадает. И избавь нас от мудрости, связанной с исчезновением насмешки над собой. Как стола без тамады, как корабли без воды, как базара без хурмы, свадьбы нет без ханумы. С той поры, как создан свет, лучше свахи в мире нет. Я в работе день-день скор, продолжаю род людской. Ханума! Которая пол Тифлиса уже переженила. Но сегодня сватать не буду. Отдыхать буду. Новый год. Моей душе покоя нет. Весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет. Все из-за кого? Ну что в такой вечер сидишь одна, грустишь, а? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то. Пока ходишь, Новый год пройдет. Не удастся мне сегодня отдохнуть. Ложи, давай я тебе найду кавалера на вечерний Новый год. Найди, только хорошего. Плохих не держим. Ой, Ханума. Что такое? Не хвались. Слушай, какие кавалеры были, что тебе не снилось. Сам герцог Букингемский в трех сериях. И Андрей Мягков. Понимаешь? Ну, слушайте, что вы мне все говорите? Композитор ей нужен. Она петь любит. Есть у меня такой, есть. Занят. Родион Щедрин? Очень-очень занят. Раймонд Паулус? О, тот совсем занят. Кто же? А кто же? Моцарт. Эврика! Кажется, я сочинил новогоднюю мессу. Чтоб Сальери не услышал. Отравит. Да. Ну как? У него же есть дама сердца. О, тогда этот. У него ни дамы, ни сердца. Сальери? Этот бесталанный завистник? Чтобы бесталанного сыграть, знаешь, дорогая, какой талант нужен. А? Да, я завистник. Черной завистью я завидовал всем талантам. Всем гений, всем знаменитостью. Какое счастье, что в мое время не было телевидения. Споет нынче кто-нибудь в утренней почте песенку, а вечером уже знаменитость. У меня бы яду на всех не хватило. А? Для Нового года слишком мрачный кавалер. Веселого хочешь? Да. Ага. Есть такой. Правда, он не композитор, не писатель, но со всеми на дружеской ноге. Вот. Да. С Александром Сергеевичем Пушкиным лично знаком. Ну вот, спрашиваю его: ну что, брат Пушкин, с кем нынче встречаешь? С музой, говорит. У меня, говорит, сейчас болдинская осень. А я говорю, у меня сейчас осенний марафон. Ну что там, Пушкин там, с Вознесенским на дружеской ноге. О, миллион алых роз. Ну, полмиллиона моих.
А Евтушенко это тоже я. Да что там Евтушенко? В одной новогодней кампании меня даже приняли, знаете, за кого? За Аллу Пугачеву. Ну как? Нет, слишком легкомысленный. Серьезного хочешь? Пожалуй. Есть такой. Народный артист Советского Союза Евгений Лебедев. Ой, таких серьезных людей играет. Да что людей? Лошадей. Толстовского холстомера сыграл. Как пригрело солнышко, горячо, положи мне голову на плечо. Плетка отпела и нет ей дела, что же ты рядом стоишь так не смело? Как пригрело солнышко, горячо, положи мне голову на плечо. Слишком популярный. И театр, и кино, и вокруг смеха уведут. И опять весь день я жду кого-то. Слушай, может быть, наш новенький подойдет? Второй сезон в театре, уже на первых ролях. А? Я русский, бездетный, Силосилин Копылов. На самом-то деле он Тарелкин, только выдает себя за Копылова. А у Копылова жена и трое детей. Зачем это? Какие дети? А вот проверим. Да бог свидетель. Ни в коем мере. А вот и дети. Наша добрая, бедная мама очень влюбчива с детства была. Это верно. И однажды морозной зимою нас несчастных на свет родила. А папаша злодей-соблазнитель, он на тройке с другой укатил. Ни копеечки нам не оставил, дал и пепели той не купил. Ни копеечки нам не оставил, дал и пепели той не купил. Зачем мне этот алименщик? О, ну слушай, всех я тебе уже показала. Выбирай, кого хочешь. Вот если бы их сложить всех вместе. Как это? К мудрости одного прибавить молодость другого, веселость третьего, серьезность четвертого. Слушай, есть у меня такой. Так не бывает. Ой, да для себя держала. Спасибо. Очень лестно. Но я понимаю, как, впрочем, и все вы, что это новогодняя шутка. Без шуток в эту ночь не обойтись. Так же, как и без тостов. За актеров, за тех, кто каждый вечер отдает вам частичку своего сердца. И, конечно, за всех вас, дорогие зрители, чьими заботами, тревогами и надеждами живет наше искусство. Чарку доброго вина выпьем мы сейчас до дна. За родных и за друзей, и, конечно, за детей. Пусть у них над головой блещет небо синевой, чтобы ночью, чтобы днем только птицы пели в нем. Пусть в этом году все счастье найдут.
отправляемся в полет. Уже посадку объявили на долгожданный самолет. Накинуты плащи и шляпы, а чемоданы в багаже. Давай обнимемся у трапа, мы не увидимся уже. Только в полетах живут самолеты. Только в полете растет человек. Сердце стучится загнанной птицей. Соленый ветер океана в одно мгновение осел, играя клочьями тумана, утих на взлетной полосе. Гудят простужены моторы, пропеллер перешел на сип. Давай закончим наши споры, пока я тоже не охрип. Только в полетах живут самолеты. Только в полете растет человек. Сердце стучится загнанной птицей. В дороге всякое бывает, судьба изменчива подчас. Быстро время пролетает, пугая каждого из нас. Но как к спасательному кругу потянется к тебе рука. Давай посмотрим друг на друга, мы на земле еще пока. Только в полетах живут самолеты. Только в полете растет человек. Сердце стучится загнанной птицей, перегоняя отпущенный век. Только в полетах живут самолеты. В полете растет человек. Сердце стучится загнанной птицей, перегоняя отпущенный век. Так и не пристал. Без
тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, хоть это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем. Да-да-да-да. Да-да. Спасала я тебя, не могу я больше, не могу. Но с надеждой, может быть, и зря. Буду ждать на этом берегу. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, хоть это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем. Найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем. Ночь близка, путь далек, непогода на дворе, задержусь на часок в этом старом кабаре. Поутру на заре я уйду отсюда прочь. Кабаре, кабаре, подари мне эту ночь. Все громче музыка играй, мир кабаре, друзей встречай. Уже поймал меня в капкан неувядающий канкан. Кричит веселая толпа, звенит гитара, пой труба. Под звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. Под звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. Что ты
упрямец, пригласи судьбу на танец. Боли души, быстро в танце заглуши. Все не вечно, шепчет мне судьба беспечно. Жребий свой, знаешь сам, боли радость пополам. Все громче музыка, играй, мир кабаре, друзей встречай. Уже поймал меня в капкан, неувидающий канкан. Кричит веселая толпа, звенит гитара, пой труба. От звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. От звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. Музыка, играй, мир кабаре, друзей встречай. Уже поймал меня в капкан, неувидающий канкан. Кричит веселая толпа, звенит гитара, пой труба. От звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. От звуки скрипки идет с улыбкой хозяйка кабаре судьба. Перед вами выступал самодеятельный ансамбль художественного театра «Самочувствие». Вот многие считают, МХАТ – это что-то серьезное, скучное, сложное. А между тем, знаменитые капустники родились именно у нас, в художественном театре. Впрочем, историческую справку вам даст историк нашего театра Владлен Давыдов. Да, ну а я отправлю всех интересующихся капустниками художественного театра к Станиславскому. Моя жизнь в искусстве лучше, чем он написал об этом. По-моему, никто не может рассказать. Но если коротко, то действительно в 1902 году впервые в театре был вечер отдыха, как теперь говорят. Были шутки, пародии, куплеты. И вот мы решили продолжить эту прекрасную традицию, и сейчас перед вами выступит художественная самодеятельность художественного театра. Вам частушки пропоем. Мы пришли сюда из
Константин Сергеевича. И не ведаем, не знаем, как нам быть-то переча. Николаевич Олег, ой, не вяжет веники. Как тяжел актерский хлеб, знают современники. Самый лучший, самый славный, самый показательный режиссер наш самый главный, метод обязательный. На витрину посмотрите, все ребята из кино. Пусть ломают перья критик, нам, ребятам, все равно. Пусть ругаются нахалы, враг всегда себя сомей. Нам бы в тропу попихала, тронуть нас тогда посмей. Тронуть нас тогда посмей. Все. Сейчас перед вами смертельный номер. Чудо иллюзионного телевизионного мастерства или руководство для главных режиссеров.
Да. Принес мне дождь, но я не хочу мокнуть одна под дождем. А где-то по городу бродит одинокий зонтик. Послушай, зонтик, который никого не защищает, напоминает мухомор. Давай вместе спрячемся под ним, чтобы он вновь стал зонтиком. Боевой отряд сатирических персонажей Московского театра сатиры. Новогодняя, с творческим огоньком, сатирическим запалом, шутки наперевес, зубоскальство в сторону, хмурые лица в скатку. Торжественно, празднично, в связи с юбилеем, 60-летием театра сатиры, Новым годом и вообще хорошим настроением, запевай! Запевай! Опаздываете. Бежал. Запевай. Потому он и зовется Новый год, что нам много удается в Новый год. И как поется, пусть каждый день наш будет Новый год. Опоздали. Я бежал. Откуда? Из сатиры. Труссой? Труссой. Вялая трусса. Ну, какая есть. Ну, где все? Где все? В чем никого нет? В сатире никого нет. Сатира это что? Сатира это когда остро. А юмор тогда это когда что? Юмор, когда смешно. Вам смешно? Ну, пока не очень. Надо, чтобы было смешно, пока никого нет. Ну, хорошо, вот смешная история. Смешная? Да. В ресторане официант подносит посетителю бифштекс. Я же еще не начал рассказывать. Извините, подносит бифштекс. Официант посетителю. Посетитель говорит, почему от бифштекса пахнет пивом? Официант говорит, а так? А так что, меньше пахнет, что ли? Совсем не смешно.
А зачем нам, собственно, нужно, чтобы было смешно, а? Ну, зачем нам смех? Зачем? Вы над чем собираетесь смеяться? Простите, вы откуда? Из бани. Не надо острить, я из бани Маяковского. Понятно? Я товарищ Победоносиков. Совершенно верно, главнач-пупс. Читать надо, друзья, читать. Так вот, вы должны мне ласкать глаз, а не смеяться. Ваше дело ласкать ухо, а не будоражить. Поймите, вот, ну, как вам сказать? Вы помните, к нам приезжала эта вот, как ее, ласкала? Так ведь она же действительно ласкала. Я с этой, с как ее, женой две вещички в них посмотрел. Нору и тоску. Замечательная тоска. Норму и тоску. А, ну я в совершенстве итальянским не владею. Ну не в этом дело. Пожалуйста, вы что думаете, что я против улыбок? Неправда. Улыбайтесь сколько хотите, но как? По-доброму, без всяких этих там, понимаете? Не надо вот этого. Надо показывать светлые стороны. Вот, возьмите что-нибудь образцовое, извините, мое учреждение, в котором работаю я или меня, наконец, и улыбайтесь сколько хотите. Вы помните, к нам привозили из ихнего музея эту... Как ее-то? Вот, которая все время улыбается. Мона Лиза. Джоконда. Правильно. И как эта Лиза улыбается? По-мягкому, по-доброму. Я бы сказал, по-новогоднему. Вот. Потому он и зовется Новый год, что намного удается в Новый год. И как поется, пусть каждый день наш будет Новый год. Вот. Опять никого нет. То есть как, никого есть здесь? Ну давайте, делай что-нибудь, шутите. Ну, пожалуйста. К врачу приходит пациент. Я же еще не начал рассказывать. Я просто волнуюсь, никого нет. Давайте. К врачу приходит пациент, так, у которого на макушке сидит пушистая-пушистая белочка. Врач спрашивает, что у вас? А белочка говорит, вот что-то к хвостику прилипло. Больная белочка, что ли? Что-то совсем не смешно. Ну что? А. Вы кто? Я этот... Ну кто? Нет, кто я вы? Пришел, я понял. Я, пришли, ну, ясно. Этот я. Кто? Как, ну что, ну, артист. Ну, мы знаем вас. Кто вы в данном случае? А в данном кто? Случае, да. Вот. Это... А, грабитель. Как Новый год, грабитель? Нет, 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 я не граблю. А что вы я делаете? Я вывожу. Что? Я против мещанства. То есть? Я против вещизма. Все, заполонили все квартиры, дышать нечем. У вас-то лично как с этим делать? У меня? Да. Я все вывез, и у меня хорошее настроение. Моя работа важная, она мне очень нравится. Я помогаю гражданам от ценностей избавиться, и мне всегда сопутствует удача и везение, поскольку пребываю я в хорошем настроении. И люблю я вечер и ноча, ладня январский снег и майскую акацию. Распахнуты все двери для меня. Для мастера такой квалификации. Опа. Опа. Свои секреты, фокусы вам не открою сразу я. Ведь с уголовным розыском у нас задачи разные. У всех задачи разные, но важно тем не менее, чтоб мы встречали Новый год в хорошем настроении. И родная рампа, и концертный зал, герой в кино,
и волк мультипликации. Распахнуты все жанры для меня, для мастера такой квалификации. Опа! Опа! Опять никого нет, Михаил. Как я-то здесь? Ну, давайте шутите. Ну, анекдот я вам рассказывать больше не буду. Почему? Вы их не понимаете. Я не понимаю. Даже старый анекдот. Старый не понимаю. Предлагаю веселую математическую игру. Веселую? Да, веселую. Давайте. С юмором. Назовите, пожалуйста, двухзначное, любое двузначное число. 14. 15. Я выиграл. Новый год. Сумасшедшее время, сумасшедшие люди и сумасшедшая жизнь. Простите. Нет, я хочу сказать, что была у нас в Театре Сатиры сумасшедшая жизнь в период интервенции. Вы, собственно, откуда? Как откуда? Из аптеки. Я понимаю. Кто все вы? Знают, что во время спектакля «Интервенция» Льва Славина на сцене Московского театра сатиры так. Я держал аптеку. Это понятно. Но вы лично сейчас... Вы кто? Послушайте, вы мне мешаете. Это понятно. Извините. Послушайте меня, старого аптекаря, который всю свою жизнь хотел жить тихо, мирно, на одних ингредиентах. У вас все для этого есть. Так имейте же себе в новом году прежде всего мирное небо над головой и одно звание. Звание здорового человека. Или, выражаясь интеллигентным языком, чтоб вы у меня все были здоровенькими. Потому что... Новый год, потому он и зовется Новый год, что нам много удается в Новый год. И так поется, пусть каждый день наш будет Новый год. Опять никого нет. То есть как никого, а я? Вы опять со старыми анекдотами. Вы их-то не понимаете, Александр Анатольевич. Хорошо, говорите, не будем препираться. Ну хорошо, рассказываю последний раз анекдот, старый, но смешной. Давайте. По реке плывет крокодил. Я же еще не начал рассказывать. Это я волнуюсь. Ну. По реке плывет крокодил. На берегу сидит обезьянка и стирает шкурки от банана. Так. Крокодил ее спрашивает: обезьянка, что ты делаешь? Обезьянка говорит: дайте рубль, скажу. Крокодил ей дал рубль. Обезьянка говорит: я плащу шкурки от банана. Крокодил говорит: о, дурех, ты уплыл. Обезьянка говорит: дурех, ты дурех, я свои 30 рублей в день имею. А откуда у крокодила наши деньги? Да, но это юмор. В театре что-то неблагополучное творится. Что это за манеру взяли? Вот играют без антракта, без декораций. Как? Режим экономии. А как одеты? Ой, я недавно все-таки классику, оперу, Евгений Онегин слушал. Все-таки Доргомышский. Как? Онегин в джинсах, представь себе. Ольга в джинсах. Этот старичок, генерал, я забыла его фамилию, такой еле на ногах стоит, но тоже в джинсах. Спасибо, один Ленский в дубленке вышел. Ну, за это они, наверное, его убили. А то еще взяли такую манеру, вот в драматическом театре, переносить действия в зрительный зал, вовлекать зрителя. Сцены им мало. Я вот смотрела с приятельницей какую-то пьесу из времен Гражданской войны. Села, длинное платье одела, села в партер, третий ряд, как сейчас помню. Только мы уселись, через нас прошли матросы с ружьями. Как? Залегла. Едва отдышаться успела, как с амфитеатра ударила конница с балкона. Стали бросать гранаты. Все в фойе, в окопах, а в буфете орудует банда зеленых. Ну, некуда зрителю податься. Хорошо, зритель у нас все-таки как-то пошел сознательный. Мы как-то организовались и с боями вырвались из театра. Что-то совсем не смешно. Наши пьесы, наши шутки, милый критик, уясни. В них смешался глаз рассудка с блеском легкой болтовни. Но зато смеется зритель, и билет достать нельзя. Значит, мы живем не зря. Драматург нам дарит слово. Без него мы все не мы. На руках носить готовы эти светлые умы. Режиссер, он наш учитель, вдохновитель наш и друг, даже если он худрук.
Ну, сатира обязана быть молодой. Ее предназначение завещено нам Маяковским. Бороться, яростно бороться со всем отживающим, расчищая завалы прошлого. Во имя формирования нового человека она должна быть зубастой. У нее должны быть зубы. Трудно себе представить сатиру с вставной челюстью. Вот почему мне хочется сегодня в качестве новогоднего тоста вспомнить звонкие строки поэта. Лет до 100 расти нам без старости. Год от года расти нашей бодрости. Славьте молот и стих, землю молодости. Новый год, потому он и зовется Новый год, что нам много удается в Новый год. И как поется, пусть каждый день наш будет Новый год. Ну, вы меня извините, я прямо с кинопроб. Какая роль? Ну, роль, как видите... эпизодическая, зато современная. Ну, и как кинопробы? Ну, спрашивайте. Пробы – это лучшее, что есть в кино. Пробовать дают все, что захочется. Уважаемый Леопольд, разрешите задать вам несколько вопросов. Иными словами, позвольте мне взять у вас новогоднее интервью. Ой, интервью. Разрешаю, берите. Ну, прежде всего, с Новым годом. Это что, вопрос? Скажите, как вы пришли к кинематографу? Кинематограф сам ко мне пришел. Ходили какие-то люди, что-то шныряли там по дворам и спрашивали, крысы, мыши есть? Ну, мышей, как вы понимаете, найти дело нехитрое. А вот с котом они помыкались. Ну, конечно, не сразу найдешь кота, который, мягко говоря, мышей не ловит. Остроумно, остроумно. Автор фильмов Аркадий Хайт и режиссер Анатолий Резников придумывают для кота Леопольда очень много сложнейших трюков. Скажите, вот эти трюки в кадре вы выполняете сами или у вас есть дублер? Все сам, все. Дублерам режиссер не доверяет. Боится, что они моих партнеров мышей того, ну, мягко говоря, аннулируют. Понятно. А как вы относитесь к славе? Славу? Я очень люблю. Слава меня не портит. И большое ему за это спасибо. Обязательно передам. Славой зовут художника фильмов Вячеслава Назарука. Несколько слов о ваших планах на будущее. Ну, планов-то у меня много. Больше всего хочу сыграть просто кота. Своего современника. И последнее. Что бы вы хотели пожелать вашим многочисленным поклонникам? Ну, конечно, там это, как это с Новым годом, так это счастье, там это... Но главное, ребята, давайте жить дружно. Я иду и пою обо всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грянет гром в середине лета. Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. Мертвый
мелкий дождь бьет в окно, хмурится природа. Но известно давно, нет плохой погоды. Все желтеет кругом и уходит лето. Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. Прости нас, Леопольд. Прости, Леопольдушка. Ребята, давайте жить дружно. Thank you.
Вот и закончилось начало Нового года. Что пожелать? Ученые утверждают, что кроме нас разумных существ в Солнечной системе нет. Значит, нам надо как-то держаться. А 85-й год уже начал разгоняться и летит в снежной шрапнели.